Так, ребятули, ребятули, вот за сколько месяцев мой первый видос. Идем. Короче, наша задача сыграть еще 4 каточки на мастере 5, дабы получить костюм. Синенький такой костюмчик. Вот, играем рейтинговый режим. Не знаю, как он засчитается или нет. Только что проверил на бесплатке. С галочкой рейтинговые игры не помогло. Проверил на четвертой карте в новом этом, ну, в последнем ивенте, который вход за десятку. Вот, точнее, одетым быть на 10 кусков, вход за 15. Вот, проверил на нем все, вроде бы сработал, показал одну из 5 игру. Сейчас осталось 4. Вот зашел на вторую карту, в долину, просто в рейтинговом режиме, в, как его называют, забыл. В блокадный режим, вот. Так. Одет я, получается, 1040. Вот. И как бы решил зайти. Проверить, сработает ли. Если нет, будем играть на четвертой карте, только у нас не хрен одевать на 10 000 даже. Даже на 10 000 не хрен одевать. Сейчас попробуем что-нибудь вынести. Кто там бегал, что-то, или это я? Так, ладно. Ботов нет, пока никого нет. Я на ПСТшках. Следующий магаз там, по-моему, на ПСОшках, по которой получше. Ну, не факт. Что то говно. Ну, ботов пострелять хватит. На ЧВКшников, конечно, можно надеяться, что я их ноги им отстрелю, потому что ноги пробивают очень отлично. ПСОшки, ПСТшки, ноги, руки пробивают вообще на ура. Черными делают их за пару выстрелов. Так, заберем КЦшку. Меня только что на четвертой карте на КЦшкой вальнули. Я не знаю. Нормально так. Хотя я был в третьем бронике. Ой, в четвертом бронике и в третьем шлеме. Мне броник, руки, ноги, короче, все в решето. Все черное. И, короче, меня вальнули после. Ну, одним магазином. Там точно обошлось. Просто чувак меня зажал, я не успел даже среагировать. Потому что я был с СКСиной, и он по мне в упор начал валить. Воу. Тише. СКСина свою прибереги. Где ты? А, вон он. Да, на таком расстоянии, конечно, не алло. Так. Где? Ага, 89 метров. Погнали. Ой-ой-ой, не ту кнопочку нажал. Так, да, я сейчас заряжен на ПСТшках.
карманах у меня ПСОшки. 89 метров. Двадцать пять, двадцать. Ага, вот он, ты лежишь. Забираем. И валим. Пока другие не прибежали. Тут, да чтоб тебя. Так, куда пойдем? В деревню? Сюда на горку, в деревуху. Так, зайдем сюда. Может, тут еда, вода? Так, сачок. Сачок нам пригодится, и молочко нам пригодится. О, еще ящичек. Так, это уже хорошо, два ящичка. Бабосики. Это нам точно пригодится. Все, идем в деревуху. Так, секундочку. 89 метров где-то в деревухе. А, так, закинем сюда. Это закинем сюда. Это закинем сюда. Выложим вот так. Четыре метра где-то в деревухе, там возле кастры. Так. О. Лежать. Так, зарядим. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, ну первого, которого я завалил, такой был пододетый. Так, тут там. Это тут. Сдох. А. Как будто свитовец. Я же говорю, для ботов самое оно. Кто-то потит. Кто-то топотит. Или показалось. Так, вектор. Вектор, вектор. Ладно, давай вектор заберем. Так, это выкинем. Вектор. И это забираем. Пойдем посмотрим. Что тут у этого? Это также где-то плюс-минус одетый. Так, юмпа.
Юмпа-юмпа. Так, это заберем. Так. Юмпа-юмпа. А что страшнее, юмпа или вектор? Так. 60, 43, 72, 20, 65, 35. Ну, ладно. Оставим вектор. Так. 29 метров. Да, я жил где-то возле кастрика. Есть место для еще одного. О. Это и было 29 метров. Так. Нет. 6 метров еще. Так. Так. Водичку пьем. Где у нас выход? Ой-ой-ой. Далековато. Этого у нас нет. Да? Где? Ага, вот он. Так, веревки у нас нет. Так, сейчас шерстим, короче, здесь. Может, веревка найдется. Так. ПСОшки. Ой-ой-ой, что мы так лагаем? Вроде 79%, где-то мы лагаем. И причем дико. Дико лагаем. Вот, обосрал меня. Это ПСОшки, ПСТшки деть некуда. Ну и ладно. Так, там бота пробежали, 2 штуки. Идем валить. Да, это бы забрать, конечно. 8 кусков, это 3. Это выкинем. Ёпта, пешки. Фига себе. Так, это забираем. Это тоже выгружаем. Ботик, ботик. Так.
это заберем. Это по мне. Давай, перезаряжайся и пойдем в бой. Так, ну с ботами, конечно, хорошо. Я же говорю. На ботов это... Хрень работает идеально. Куда ты выкинул магазин? Так, 18 минут до выхода. Надо, короче. Патроны не в дугу. Да, этого явно тоже патроны не в дугу. Конечно, файл загрузить в магазин, но увы, это будет долго и непрактично. Дороже он не станет. Воу, прилетело тело прилетело. Ну да ладно, что поделать. Так, что мы тут заработали? Или не заработали, или что-нибудь. Два выстрела с М110. Ну нормально, конечно. Нули. Так, и 2 из 5, да, работает. Так, ну на этом на сегодня все. Так что подписывайтесь, дальше будет интересно.